Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию насосную станцию «Колпеда» NGXM 3 50 литров бак. Данная станция оснащена моноблочным центробежным насосом, применяется для перекачки чистой или слегка загрязненной поверхностной воды. Используется для водоснабжения дома, на садовых участках, в моечных установках. Технические характеристики. Мощность насоса составляет 0,55 кВт. Максимальный напор 53 метра. Максимальная производительность 2 метра кубических в час. Объем гидробака 50 литров. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 35 градусов Цельсия. Температура окружающего воздуха не более 40 градусов. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса составляет 8 бар. Производство Италия. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 30 38.